Приветствую. Как же здорово? Замечательно. Хорошо. Вот уже первые встречи начались. 25-я школа. Серега, здорово. Сколько лет, сколько зим, ё-моё. Вообще хер его знает. Это, по-моему, уже за 25 перевалило уже лет, блин. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас поснимаю немного. Привет, Андрю. Здорово. О, какой ты большой. Привет. Здрасте, здрасте, здрасте. Привет. А то он же его нет, он ведет. Все пришли с фотографиями, я с пустыми руками. А, у меня, да, вот этого нету. Зато у меня в одноклассник положили. Не все нашли фотографии. Я нашел тоже, я успел. Первый. 15 января. Ну, а давайте пока. Присаживайся, наверное. Присаживайся. Сам не знал. 15 января. Все, Марина, прощай. Марина, запасного варианта уже нет. Запасной аэродром. Нет, не было их первого. Нет. Пожалуйста, Марин, потом. Вот, а связь есть? Эту я помню, а вот этих я не помню. Нет, она замуж вышла? Она где-то на Новочебоксарске живет. Она до сих пор на Новочебоксарске. Я там, короче, тоже так же вот встреча одноклассников через какое-то время там. Смысл такой был там. Один телеведущий. Ну, телеведущий. Одноклассник. Уже будете играть. И вот у него так. Да. Вот, мне вообще понравилось. Кстати, она говорит, у Саши-то есть свой канал на Ютубе, да? И весь этот... Все это творчество, весь праздник, да? Можете смотреть у него на канале. Называется Саша Посадский или знаком. Александр. Александр Посадский, да. Набиваете, смотрите. Ребят, 500 фотографий напечатали. Специально одноклассники. Чего? Это вот жемчуг. Кучка. Это тут две кучки. Даже две кучки. 500 фотографий. Мы представляете? Ну, да, давай поторопись. Давай. Ни разу нет. По второму кругу только оставляйте. Дайте всем посмотреть. За любовь. И они вот как молодые, там целуются. Там. Они никогда не ругаются. Они всю жизнь прожили вместе? Да, да. Или меняли? Нет, нет. Третью рюмку за любовь. А третью за любовь. Да, давайте за любовь. И пьют с левой руки, между прочим. Да, да, да. С левой, да. И сердечко там и берут. Ну давайте. Мария. Да, а класса и Б класса. И Б класса, да. Очень соединение. Давайте. За любовь. Хорошо. Я так взяла. Левой руки было сказано. Еще 10 секунд выдержишь. Не дышишь, не дышишь, нифига, блин. И что это я теперь? Хорошо, уже. И что? Ну, давай, скажи, во все эти слишком. Вот. Привет. Ну, приятного аппетита. Я не знаю, что это такое, но я сейчас это буду есть. Вот его нету, я хотела его оставить. Давай, что тут, спускает? Давай, нет, Вик, давай же воспоминания. Без разницы, что? Давайте. Да. Начинаем. Только недолго поздно. Тебя. Тебя. Да. Ты что, не с конца не начинаю. Давай, давай. Андрюх! Говори! И в ту сторону! Ну, давай, Андрей! Ну, давайте я начну! Давай! Ребят, я вот никак не могу к вам начать обратиться. Ребята! Просто ребята! Ученики, ребята! Вы знаете? Тихо! Вот вы у меня без ваших родителей никак не воспринимаетесь. Я помню каждого из ваших родителей. Когда мы ходили в Сосенки, мы еще были маленькие, Оксана уронила мячик, и папа
Марины Красновой, да. Бросился в Волгу за мечом в холодную воду. Когда мы еще стеснялись при вас пить родителям. И когда, чья мама сейчас скажу, чья мама? А, Лена Филимоновой, беременная мама. Пошла на восточный поселок за бутылку с моего разрешения. Разрешение? Я была такого же возраста, как и они, в принципе, да. И они пошли на восточный поселок за бутылкой. И мы от вас тихонько в кустах выпили эту бутылку. Я хочу за здоровье ваших родителей, дай бог, за ней живо, еще прожить долго-долго-долго, дождаться еще и правнуков. В общем, я хочу выпить за ваших родителей. И потом только за вас, за всех. Спасибо. За родителей! И учителей. Мама с папой. И, да. И вам здоровья. А учительница это вторая мама. Да. Физкультуры. А я не помню. Я тоже. Это что-то, блин, я не помню, чего я делала. Волейбол играть учила под изяками. Да? Чтоб пальцы крепкие, говорит, были. К стенке подойдите и отжимайтесь от стенки. Надо же. Я не помню. Вы помните? Я нет. Да, блин, да. Спасибо, Андрюш. Я не помню, правда, сделать. У нас просто тогда то ли дожди, то ли что, непогода, короче. И сидели в школе. Да, и в школе. И вот и началось. Все старательно так отжимались. О, надо волейбол заиграть. Вот так надо делать. Спасибо большое и очень приятно с вами встретиться. Нет. Короче, я его толкнула, он лбом стукнулся об угол и разбил, получается, голову себе. Вызывали аж скорую помощь. Я это уже запомнила. Но еще, как бы хочу сказать, Сергею Павлову большое спасибо, что так нас всех собирает. Серег, моя заслуга? Нет. Понял, обманываю. Наверное, никто бы и не собирался. Нормально все. Молодец. Краснова Марина Сергеевна. Хочу большое спасибо сказать за фотографии. Да, молодец. Да, молодец. Давайте пьем теперь. А что, опять пить? Нет, ну что-то пить. Опять пить. И пейте. И
А, нет. Решил поехать на троллейбусе.